Тетяна Муріна – дизайнерка одягу. Створювати наряди та бути частиною фешн-індустрії – мрія дитинства. Любить вигадувати щось нове для світу моди, експериментувати із формою, кольором, фактурою. Комфорт, жіночність та неповторність вважає головними в образі дівчини. Доброго ранку! Вітаю в нашій студії сьогодні. Я думаю, незвично трохи. Так, минулого разу я була у вашій студії, було зручніше. Але зараз просто небо, літом, це дуже добре. Отже, сьогодні говоримо на таку актуальну тему, тому що вже спекотно, вже спека нас просто, я думаю, б'є рекорди по Україні, в Миколаєві також. Хочеться бути гарними, але і в таку погоду дійсно хочеться, щоб і одяг був зручним. Отже, давайте трохи розберемо, що зараз от влітку найактуальніше брати для себе, якщо ми все ж хочемо обновити свій гардероб, що дуже модно. Ну, я думаю, що для нас, дівчаток, завжди модні були сукні, і це те, що виражає нашу індивідуальність. Тому от я сьогодні в сукні з власного виробництва, і цим літом також я предлагаю всім носити плаття, сарафани, валани, какие-то необычные яркие декори, конечно же, светлые пастельные тона. Это то, что привлечет внимание к вам. Вы будете всегда в центре внимания, вы всегда будете вам легко, комфортно и останетесь девушкой, женщиной. Ну и, конечно же, носить шорты, ну это уже без этого никуда. Тем более, что в этом году очень в тренде у нас джинс, вареные джинсы, леггинсы или велосипедки, как мы их привыкли сейчас называть. То есть эти все моменты, конечно же, я использую в своих работах и советую девушкам носить. А чи всім вони підходять такий одяг? От, наприклад, навіть велосипедки, тому що знаємо, що дівчата є з різними формами, чи як його компонувати, можливо? Велосипедки, ну я думаю, що вони підходять всім, і я би советовала всем девушкам носить их, потому что все зависит от того верха, который вы оденете. Если у вас фигура после спортзала, скажем так, то вы можете себе позволить облегающую маечку, велосипедки, там топ, в конце концов, и быть всегда королевой. Если у вас более пышные формы, это не означает, что вы не можете себе позволить модной одежды. Конечно же, можно. Просто одевайте сверху более воздушную широкую блузку, какую-нибудь оверсайз футболку, и это тоже будет смотреться очень стильно и очень красиво. Так, друзі, ми маємо декілька образів, як саме правильно носити літній одяг і як його компонувати, навіть ті ж самі велосипедки, тож зараз розглянемо їх, дивимось. Перший варіант, я так розумію, це повсякденний, так? Те, що можна в день одягати, тож, дівчата, прошу. Да, это прогулочный вариант, как раз к лету, это светлые тона, в основном белый, это яркие принты, которые помогают выделиться. Этот принт может быть абсолютно разным в зависимости от своего настроения, пожеланий, поэтому, вот, девчоночки, покажите ближе. Плюс я показала сочетание яркого принта с вареным джинсом. Вареный джинс у нас в тренде сейчас, и шорты, и юбки, и брюки с этой ткани, поэтому вот такие предлагаю вот такие варианты на каждый день на лето. Очень легкие, воздушные. Я думаю, что девчонкам комфортно в них, правда? Такий варіант одягу всім підійде? Платье, футболка подойдет абсолютно всем, под любую фигуру, в зависимости от ее кроя и размера. С юбкой, конечно, надо чуть поосторожнее. Наступний варіант, ще дві моделі, так, у нас маємо, ну, я вже їх чесно бачу, зараз і ви побачите, дівчата, прошу. Такі яскраві просто, неймовірно. Ну і, звісно ж, горох. Горох завжди в тренді, в цьому сезоні він просто, це от то, что надо. В этом сезоне горох не только однокалиберный, но и разнокалиберный используется для большей яркости, для большей индивидуальности. Поэтому вот такие варианты. Конечно же, вариантов больше всего не покажешь, но еще черно-белый горох, цветовая гамма абсолютно другая. Это шорты с высокой талией. Это подойдет абсолютно всем, потому что независимо от фигуры, это только можно корректировать длиной шорт. И вот такая вот легкая воздушная блуза к этим шортам помогает также и скрыть свои недостатки, и подчеркнуть достоинства, и чувствовать себя легко, уверенно и комфортно. Точно так же платье, оно легкого кроя, оверсайз, его можно абсолютно на любую фигуру использовать. Тут там можно, вот я бачу, есть пояс, так? Так, звичайно, можна зняти ремінець і буде, звичайно, от, розлітаєчка. А з горохом, я, мені здається, треба теж бути обережними, тому що різний варіант, тут як його правильно. Так, да, тобто, якщо все залежить від фігури, якщо у вас, опять-таки, ви тільки після спортзалу, то можна абсолютно другий варіант. Якщо у вас більш пишні форми, то треба внимательно відноситися к любим принтам, не тільки к гороху. І наступні ще образи. Ну, у нас їх сьогодні багато, так, знаєте, варіацій багато для всіх, щоб знали, хто, якщо можна собі придбати на літо і бути гарними. Тож, дівчата, прошу.
Так, ну це просто, це моя чесна улюблена тканина, тому що легка на літо, це просто неймовірно. Льон – це взагалі лучшее, що можна придумати в таку жару. Його я пропоную використовувати абсолютно в різних варіантах. Це можуть бути блузи, шорти, юбки, сарафани, воздушне плаття, брюки, абсолютно все. Я також дуже люблю льон, от зараз на мені це теж льняне плаття. Вот. И предлагаю еще как варианты вот льняная рубашка, которую можно использовать с любимыми джинсовыми шортиками, смотрится просто шикарно. Ее также можно использовать и для офиса под брюки, это ну, очень красиво смотрится. И более такой воздушный легкий прогулочный костюм, это льняные шорты, это разлетанная такая рубашка, легкая, воздушная. Ее также можно развязать и носить более воздушной, можно сделать узел, подчеркнув свою талию. Это в зависимости от настроения и желания самой обладательницы. Льон, он натуральный, он не только пропускает воздух через себя, но он еще и, когда это воздушная форма, он еще используется вот каким-нибудь таким движением воздуха вокруг. Але мені здається, треба бути теж обережними, тому що багато є підробок, тому як правильно вирізнити, що це дійсно справжній льон, а не якась підробка, синтетика, в якій потім будемо мучитись? На самый первый способ – это смять его. То есть льон, ну, любая натуральная ткань очень мнется. Просто ткань вот так сжимаете в кулачки, отпускаете, она даст очень много мятин. Это и есть натуральный лен. Если даже есть там какое-то вкрапление синтетики, оно незначительно. Но я бы даже использовала, даже советовала бы использовать синтетику в льне, но очень в маленьких пропорциях. То есть 5-10%, если там будет какой-нибудь синтетики, это позволит льну оставаться льном, но при этом он уже будет меньше мяться. Это тоже добавляет комфортности в повседневной жизни. Вот у меня платье, оно с немного с 10% синтетики. То есть оно льняное, оно легкое, удобное, но оно уже не мнется, и выходя с машины, у меня нету вот этих вот складочек. А вот теперь у нас, ой, шикарно. Просто. Это варианты более для вот какого-то офиса. Если вам летом приходится сидеть в офисе, это не проблема. Вы можете там сидеть стильными, красивыми, необычными, индивидуальными. Поэтому вот один из вариантов костюма, который я предлагаю. И, конечно же, яркое платье. Я думаю, что это платье можно даже носить и куда-нибудь на свидание, на вечернюю прогулку, точно так же, как и костюм. Меняя под него обувь, аксессуары вы уже можете, то есть, если после офиса одеть высокие каблуки, пойти в ресторан, это тоже очень будет красиво смотреться. Ну, это я бачу, что и девчата сегодня в кроссівках, тобто их можно комплектовать с будь-яким суттям, потому что иногда викликает проблем. В чому можна, в чому? Ну, сьогодні, ну, взагалі, моя тенденція роботи – це за комфорт. Тому що на жінські плечі ложиться дуже багато обов'язків. Це діти, сім'я, робота. Тому, в першу чергу, жінка має бути комфортна, в чому вона не оделась. Але це не має означати, що треба ходити тільки в чому-то спортивному. Ви можете одягти красиве плаття, під них ходити кросівки. Я це рекомендую, навіть іноді настаиваю, тому що к вечору ви чувствуєте себе комфортно, удобно, і цілий день ви були красоткою, вам не потрібен спортивний для цього костюм. Дівчата, ви красуні, дякую вам. І останній у нас образ, той, про який ми говорили, так, велосипедки. Бо для мене це трохи викликає сумніви, я їх боюсь брати собі купувати, але бачу, що все ж можна побачити, як їх можна носити. Давайте прокоментуємо трохи. Сьогодні я їх показала в такому більш нарядному образі, з'єднав з нарядною пишною блузкою, теж легка, це шифон, полупрозрачний, кому не комфортно, можна одягти під ній маєчку більєву. Тобто, велосипедки в такому сочетанні, якщо одягти ще каблук і взяти якийсь плащ, ви можете йти навіть на свадьбу. Тобто навіть підбори можна. Так, абсолютно. Якщо ви одягли кеди, кроссовки, рюкзачок, то ви можете ходити на прогулку, на офіс, куди угодно. Для мене дійсно сміливий образ. Если вы одеваете более светлый вариант велосипедок, даже не он тот же, который сегодня очень много, то я, конечно, советую верх одеть более спокойный и ну, таких темных тонах, скажем так. То есть если у меня вот неоновые велосипедки, недавно создавала образ, и мы одевали темную футболку с ярким белым принтом, то есть смотрится очень красиво. Если это темные велосипедки, верх вам позволяет быть каким угодно, в зависимости от вашей фигуры, то есть или это и настроение, и вообще события, куда вы их одеваете. Дякую вам. Тетяна Мурина, дизайнерка, сьогодні була з нами в гостях, розказала, як правильно збирати собі літній образ, щоб ви завжди були гарними, яскравими, і це було зручно.